Всем доброго времени суток, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня такое необычное видео для моего канала. Да, уже весна, у меня на столе стоит Дедушка Мороз. Сейчас я объясню. Решила поделиться с вами таким вот видео. На просторах Ютуба что-то я подсела. Последние дни на ролики вылезли у меня как-то покупки на блошином рынке, комиссионки. Вот, конечно, там видео коллекционеров, но я таких слишком больших коллекционеров видео не смотрела, попроще. И вот какую посуду покупают, что ставят. Вообще у меня изначально увидела в интерьере винтажная посуда, вот это вот ретро-стиль. Как-то стала смотреть, и многое знакомое попадалось мне на глаза, что было в моем детстве, у родителей, у бабушки. Что-то есть там, у меня остатки дома даже было что-то. Есть еще вазочки кое-какие, но я их здесь не поставила, не показываю. Вот, и сегодня к родителям мы ездили. Я увидела Деда Мороза своего детства, забрала у родителей. Его, конечно, нужно реставрировать. Снегурочку не нашли, потом, может быть, найдем. Отреставрирую, все приведу в порядок к следующему Новому году. Так, ну вот там сахарница стоит. Это, как бы можно сказать, из 90-х сервиз. Это нам на свадьбу друг мужа дарил. Сервиз, это с него сахарница. Вот. Попадается. А так я сегодня взяла вот эту вот конфетницу, как для печенья, для там зефира, можете. Ну, конфетницы их называют, а такие вазы. У моих родителей две таких одинаковых. Вот только такой вот формы. Я все отмыла. Сейчас вам уже показываю, все чистенькое. Вот, забрала вот такую конфетницу. И взяла еще вот такой вот графинчик с рюмочками. Еще есть зеленого стекла, просто зеленое. Мне вот эти нравятся. Такие вот как бы посыпанные стеклом. Просто захотела вот вспомнить свою, не знаю, молодость, юность, детство. И нравится мне такой стиль. Я люблю такую посуду. Будет стоять у меня в стенке. И пользоваться будем чем-то. А почему бы нет? Потому что нужно как-то вот пользоваться посудой, вот этой старой, старинной посудой. Она же действительно очень красивая. Вот графинчик, мне осталось только его, вот он с позолотой, все идет, вот внизу отмыть, замачивала уже с содой, но вот все равно щеточку прикуплю, я видела, фикс прайс, появились такие длинненькие, и хорошо очищу. А так вот с содой прям отлично все помыла аккуратненько. Рюмочки. Так, вот эти у меня уже были. Это еще бабушкины, вроде были у родителей. Нет, мне кажется, часть бабушкина посуды у меня. Вот таких вот у нас. Так, 5 рюмочек вот таких. Затем вот была у меня одна. Потом я у родителей сегодня все забрала. 6 у меня вот таких стопочек с розочками. Очень они мне нравятся. Так, далее. Вот это еще бабушки моей. Стопочки, рюмочки, не знаю, как их назвать. Очень они мне вообще вот прям вот. Люблю эту посуду. 2 таких только осталось. Затем вот у родителей я забирала пока одна. Вот такая вот рюмочка. Но мне кажется, у них еще есть. Потом возьму с такого вот стекла, с позолотой, с этой. Вот, очень красивые. Тоже потом остальные возьму, по-моему. Так, вот таких вот родителей осталось только 2 с горошинками. Вот как-то постараюсь показать. Вот в горох идут такие рюмочки. Их 3. Я нашла только 3. И вот 2 вот таких вот, как фужера. Назвать, не знаю, для шампанского. Мне кажется, и вино можно. Вот такие. Замечательные. Это вообще, я не знаю, годы 70-е, наверное. Это или я маленькая, или даже меня еще не было, может быть. Тетя моя работала в магазине в сельском. И вот там вот такую посуду покупала и привозила. Сестра моей мамы вот привозила. Еще там какие-то были. Фужеры. Вот. Извиняюсь, тут сын что-то написывает. Вот, в общем, вот такая посуда у меня появилась. И я не коллекционер, не претендую там на звание какого-то коллекционера. Что-то еще просто. Мне вот нравится вот этот стиль, и я подсела на эти ролики. И теперь даже буду на рынках на воскресных у бабушек что-то смотреть. Бывает у нас, может быть, продают. Я как-то раньше не обращала внимания. Фарфор очень красивый, девочки показывают. Сервизы, там можно сахарницы, что-то вот. Чайники красивые. Вот в хорошем состоянии. Почему бы нет, покупать вазы стеклянного, со стекла цветного, очень красивые. Вот хочу я, в общем,
что-то такое в интерьер, в свой приобретать. Ну, по приемлемой цене, конечно. Дорогой нет, мы не потянем, а что-то такое бюджетное. Вот, меня эта тема очень заинтересовала. Вот, я с вами поделилась, думаю, это видео было вам интересно. Спасибо, что вы были со мной, что посмотрели это видео. Пишите ваши комментарии, что у вас из такой посуды есть дома. Может быть, что-то у вас есть из того, что я показала. Тоже будет очень интересно почитать. И как вы относитесь к такой посуде. Ну вот, надеюсь, понравится. Кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Надеюсь, в дальнейшем еще на моем канале будут видео такого плана. Всем всего доброго, крепкого здоровья, отличного настроения, с весной всех. И до новых встреч, до новых видео. Пока-пока.